Какие будут вопросы по повестке? Раздали решение, сказали то решение, которое мы обсуждали на заседании комиссии. Две недели назад вы заменили его новым. Да. Но через комиссию новое решение не проходило. По представлению прокуратуры в этом решении второй вопрос, который был, не может быть принят, потому что еще нет новой структуры. Поэтому нам просто... Решение, которое предлагается решение внести в протокол сегодняшней сессии, через заседание постоянной комиссии, это решение нового не будет. Не проходит. Николай Андреевич, какие будут... В данном случае оно и не требуется, поскольку на то и даются, значит, заключения, проводятся экспертизы для того, чтобы в проект решения внесены были изменения. Повторно для чего рассматривать один и тот же вопрос? На комиссии. Конечно, это нецелесообразно. Этот вопрос стоит третьим. Я предлагаю, чтобы начать работу сессии с первого вопроса. Я представлю, кроме депутатов, у нас сегодня присутствует и участвует в работе сессии Назаровский межрайонный прокурор Смыкало Дмитрий Юрьевич и исполняющий обязанности руководителя администрации города Даньшин Владимир Петрович, а также приглашенные СМИ и начальник отдела администрации. Значит, еще раз возвращаюсь. Повестка сегодняшней сессии у вас у всех имеется. Кто за данную повестку, прошу голосовать. Кто против? Воздержался? Один. Принято большинством голосов. Какие будут... Уточнения, замечания, нет, все, никаких реплик, ни уточнений, замечаний. Итак, необходимо утвердить регламент работы. Предлагаю докладчикам по вопросам повестки дня предоставить.